Не, ни в коем случае. Левый ногой головы и подает. Да, братик, где на гимне Дмитрий? Я не знал, на дембеле? Вмятина, да? Вмятина. Да, справа. Всем играешь? Сидим в волосаде. Что делаешь? Кто тебя бивает? Кто
эпизод у вас был персонально на 10-й минуте, когда Ван Гонда очень сложный, но красивый пас на вас выдал. Почему не получилось как следует пробить? Да, думал, что защитник сзади меня находится. Вот. Ну, принял неправильное решение, надо было момент был принять и уже решать момент спокойно. Стартовые 15, может быть, даже 20 минут Локомотив владел инициативой. В итоге, под конец первого тайма вы момент создали и забили. За счет чего поменяли ход этой игры? Да, сначала, наверное, какая-то была открытая игра больше. Вот, не могли, наверное, найти слабую сторону соперника, чтобы контролировать мяч. Вот уже потом, лишь 20-30 минут поняли и начали контролировать мяч и владеть инициативой. Вот и как это был. We need to continue. We had Wednesday another game. We need to win. Thanks. Победой. Very happy to win this derby at home with this atmosphere. Amazing. I hope we will do the next step in the cup game and also win this game. But счастлив сегодня. Давай, Спартак. Это видеоблог. Yeah, difficult victory, but we won, so period Спартак.